Все тогда. Начинаем запись. Футер. Ребята, у кого какие идеи есть? Список. Ага, список, да? Да. Да, молодцы. И в чем они сейчас стоят, вот эти они? Списки. Нет. Они в внутри контейнера. Вот контейнер шириной вот это, вот так, вот так. Вот такая она, у нее ширина контейнера, вот. Ага. А потом списки идут. Давайте тогда создаем сначала что? Футер, да? А, нет, давайте, чтобы у нас скролл появился, чтобы мы знали. Делаем что? Вот это, да, сначала? Footer, this is my first footer. H1. Просто, чтобы футер находился внизу. Div, говорим, да? H1. Футер. Футер пишем потом. H3 будет что? First footer. Внутри P будет 1000 слов. Ларам, сколько? 1000. Готово? Да. Так. Сделали, да, уже все? Да. А теперь создаем что? Контейнер. Да, футер, да? Футер, а потом внутри футера? Контейнер. Контейнер, да. Футер здесь будет у нас. Футер. С классом футер давайте, с классом. Сразу же делаем футер. Класс футер. А потом внутри будет какой-то контейнер. Давайте футер, контейнер футер напишу. Для футера. Потом. Что будет у нас внутри контейнера, ребята? Список. Значит, да, список будет, да? Они находятся в каком порядке? В каком? А. Нет, они в каком порядке находятся? По горизонтали, да? Да. В одном ряду, да? Четыре списка. Да. В одном ряду. Значит, создаем еще один div с классом row. И для него задавать будем что? Чтобы они встали в один ряд. Да, row создаем именно для того, чтобы задать ему display flex. А теперь у нас будет что? Список. Список, да? Да. Они разделены на сколько частей? На 4. 4, да? У нас будет 4 списка. 1, 2, 3, 4. Сделаем что? Точка div, да? Call сколько? Call сделаем footer call, да, например? Call footer. Либо footer call. То есть говорим, что колонки, да, футера. Их сколько у нас колонок? 4. 4. Вот первая колонка, вторая колонка, третья и четвертая. Footer call, говорим 4. Вот.
дальше? А, что дальше? Все, закончили? Да. А теперь создаем, теперь, в первой, вот внутри первой колонки создаем что? Список, да? Первый список у нас будет здесь. Comedy. Первый список. А, вот это, ребята, что это? Вот эта часть H4, заголовок. А вот это уже список, да? Да. Создаем H4, значит. H4 внутри будет company, написано company. Потом у нас будет список как раз таки у ли. Ли у нас сколько штук? Ли у нас 4 штуки. Потом внутри A будет, да? Ссылка каждая. Вот. Напишите таким вот образом. Вот так. Написали? Да. Так, все, тогда внутри пишем что? About us, our services, privacy, affiliate program. Написали? Напишите. Когда закончите, скажете. А? Я сделал. Я сделал.
Все? Закончили все? Да. Угу. Давайте тогда теперь перейдем куда? Переходим? К следующему списку, да? Да. Вот к этому же, get help. Давайте тогда пишем, что вот давайте в эту вкладку закроем footer call, да, первый? Мы уже закончили вот первый список. Теперь переходим ко второй, вот сюда, footer call 2. Вот здесь теперь пишем h4 и get help, пишем get help. Потом опять же создаем список, и в этот раз у нас список будет состоять из сколько элементов? 5, да, было там? 5 и a пишите. Дальше. Закончили уже? Да. Вот это, да, теперь? Fag shipping returns пишем. Закончили? Да. Переходим к чему? К третьему списку. Вот сюда. Турель, успеваешь ты? Уже сделали третье. Не успеваешь? Да, я сейчас помогу. Уже третье сделали. Третье уже сделали? Хорошо. Третье. Нет, это сделал. Так, просто пишешь. Давай, я третье. Прочитай мне. Нам. Он будет. Нам. 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 Нам.
Сейчас, подожди, вот я... Все не могут быть... Ах, так, хорошо, вы это... Да. Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn, ребята.
Последнее – LinkedIn. Кого? Ну, Мухаммед, ты вот подключился к ссылке через ссылку. Оставил ссылку? Я пытаюсь. У него CDN setup. Напиши CDN setup. А в фондах у CDN setup. Я закончу. Ну, дай. Так. Закончили, да, уже? Нет. Ой. Я закончу. Молодец. Можете вернуться слишком долго. Я первый сам закончу вообще. Без ссылки? Жоқ, ссылка мен ғой. Оның ішіне ғой, олайдың ішіне. Ой, шут. И сюда, ребята, что пишем? Ищи ты, где пишем? Так. Follow us. Us. А потом создаем div, ребята, div с классом social links, ребята, social links. Социальные сети, социальные ссылки, вот, social links. После follow us, а? И потом, после follow us. Потом у нас будет 4 ссылок. Эй, 4. Внутри каждого будет иконки. Продолжение следует...
Ну, я делаю, что последний social links. Вот этот последний делаешь? Я просто вот так. Да, делаю. Иконки вставляешь? Линки. Вот эти иконки, Нурель. Смотри, вот эти. Мы перешли сюда, сюда. И вот делаем иконки. Вот это эти. Ховер, да? Да, это ховер. А, что нужно делать? Иконки, да, ставить? Давайте подключаемся к фонтовской сети. Да, без бэкграунда. Выбирайте бэкграунд, мы сами будем ставить. Вот такой выберите, ребята, самый простой, обычный. Все, видите, вышло все, все иконки вышли. А, так. Ребята, нужно убрать что? Точку. Вот здесь отступы есть, да? Сири, что нужно написать, чтобы их убрать? Как убрать? Звездочку, да? Margin 0. Да, обнуление, молодцы. Margin 0. Padding 0 и box sizing border box. Да? Видите, вот убрались все отступы, теперь нормально стоит. Ура! Ура! А убрать эти 4 точки? Как странно. А, ну я распеваешь? Да. Так. Теперь A сколько штук? Меньше A умножить на
4. А есть? Умножаем на 4. И сколько мы будем делать? Если. Понял? На 4. Ты видел, там у нас стояли стол и контрдавали, да? Мы должны нам смотреть. Что нужно делать? Сначала давайте... Значит, сначала что делаем? Бэкграунд, да, для футера делаем, да, сейчас. Посмотрите, вот у него бэкграунд какой? Это не черный, ребята. Сейчас на проекторе, может, свет немного искажается, но на самом деле это другой свет, не черный. Посмотри. Видишь, не черный, да? Серый? Нет. Темно-серый, да, какой-нибудь. Давайте мы установим этот цвет. Пишем, что footer, точка footer. И для него зададим этот цвет. Background. Пишем. Решетка 24-26-2B. Вот этот color был, наверное. Да, этот. Грей, да? Темный грей. Двадцать четыре, двадцать шесть, два би.
Смотрим теперь. Вот, и вправо поменялся свет. 24, 26, 2B. 24. Ой. 24, 26. 6. Бля, что у нас зеленый? А вот этот цвет, что ли? Нет, никакой свет. Ты, значит, код неправильно написал. 24, 26, 2B. Ура. Закончили? Ага. Ну, так, ну Ислам, быстрее. А это, Наргиза, проверь у него, что? Можешь проверить? Что? Ну, Ислам. Код неправильно писал, наверное. 24, 26. Как убрать из него? Так, все, короче. Молодец. А теперь, ребята, для контейнера. Давайте создать контейнер футер был, да, у нас? Футер контейнер либо контейнер футер? Контейнер футер, давайте. Контейнер футер пишем. И для него зададим какие-то параметры. Ребята, что нужно делать? Делаем, давайте, чтобы увидеть, где находится наш контейнер, да? Просто пишем border, давайте. Border, 3 пикселя, solid, например, white делаем. Смотрим, где находится наш контейнер. Видите, где находится наш контейнер? Вот здесь, да? Теперь вид его нужно самим написать, вид. Давайте сделаем максимальный вес у него будет. Так, 900 пикселей. А вы на 200 больше делаете. 1100. Ага. Бордер? Да, бордер. Я вот это просто прокомментирую, чтобы показать вам, где находится ваш контейнер. Посмотрите, вот это наш контейнер. 900 это максимальная. Ребята, знаем, почему, чем отличается просто виц от макс виц? Нет. Нет, да? Мы когда просто виц, пишем просто виц, например. Я напишу просто виц, 900 пикселей, да? А когда я уменьшаю экран, вот, уменьшила, да? Вот, когда я уменьшаю экран, видите, он становится что? Появляется скролл. Вот здесь появляется скролл, и вот эти края не видны, да, уже, да? Половина контейнера вообще не видна. Да. Давайте я вот в DevTools покажу. А сейчас... Посмотрите. Из-за того, что у нас контейнер такой большой, да, у нас разрешение будет меньше, чем 900, да? 900, меньше 900. Когда мы уменьшаем экран, видите, скролл появляется, да? Вот так является. Это некрасиво, да? Некрасиво, да? Неправильно, это не адаптивно. Потом, посмотрите, теперь я делаю макс виц. Я делаю макс виц, обновляю. И видите, получилось, да? Контейнер полностью видно, да? Видите, этот край тоже виден. Нет. Скролла нет. Видите, скролла нет. Я не могу скроллить. Нет. Поняли, ребята? Или нет? Кто не понял? Понял. Понял. Что? Для чего макс виц? Чтобы скролла не было. Да, чтобы адаптивный был, да, нормально смотрелся, да? Чтобы было все профессионально.
Да. Теперь, ребята, тогда, когда задаете вид, да, задайте каким образом? Макс вид, да? Да. Так делайте. Потому что для изображения также хорошо. Теперь мы будем делать адаптивные сайты. Поэтому нужно делать макс вид. А теперь макс вид. Написали. Увидели, да, контейнер у нас где находится? Вот здесь. Теперь что нужно, что осталось сделать? Дисплей флекс. Да, куда нужно знать дисплей флекс? Родителю. Так. В ров, молодцы, вот. Родитель футера, это кто? Родитель футера? Да, ров. Значит, туда и надо. Точка ров, дисплей флекс. Дисплей. Флекс. И флекс в рав пишем. Thank you.
Вообще. Да, у тебя вот так появляется живота, да? Можешь шалом наблюдать. Стульно нажать. Проблема в ушке. У тебя контрол, видишь? Мне кажется, контрол нажатый. Сейчас просто посмотри. А теперь ролл написали. Теперь что нужно? Что осталось делать? Вот это получилось, да, у нас? Контейнер куда нужно поставить, ребята? Середину? Середину, давайте. Контейнер как передвинуть середину? Маржин что? Ауто, автоматически. Ой, ребята, я же на прошлом уроке показывала. Вот ауто. Все, теперь контейнер, вот видите, находится вот здесь, спасибо. А теперь? Да, теперь нужно определять вид с каждого списка, да? Call footer, давайте ему зададим вид. Точка в call. Футер. Футер кол был либо. Футер кол был, да? Футер кол. Ему нужно задать. Ребята, вот смотрите, контейнер для нас является 100% ширина, и у него будет 100% по отношению к дочерним элементам. Поэтому 100 разделяем на сколько частей? Делим на сколько? 4 части, да? 4, на 4 списка. Сколько будет 100 зеленый на 4? 25, да? Значит, 20% будет. Вид будет 25%. 25%, да. Смотрим на изменения. Видите? Теперь отступы сами появились, да?
Но что? У меня иконки исчезли. А, появились. Они исчезают и появляются, ребята. Это нужно обновлять. Это из-за интернета. Вот. И теперь переходим к списку. Что нам нужно убрать со списка? И стайл нон. Стайл нон, да? Видите, убрали маркеры. Потом нужно убрать что? Да. Ули A text decoration none. Подчеркивание нижнее. Вот. А теперь нужно что менять? Цвет? Да? Можешь ли зайти в О? Код так, сейчас. Как у тебя получается? Да. Успеваешь, да? Здесь со списка мы пробуем с кубиком, да, без карма. Кубиком
Вроп. На полу? Полу? Ага. А на чё? Всё, да? Ну что ты делаешь? Всё. Что у вас? Эй. Ну, рисуй на место. Все, ребята, мы уже продолжаем. А, теперь нужно что? Вот этот колор футера. Ну, Лен, посмотри, у тебя нету бэкграунд колора. Колор. Вот. Поставь это, футер. Бэкграунд вот этот. Колор футер. Его нужно разблокировать, да, ой? Да, раскомментировать, да? Разблокировать, да? А теперь... Вот этот вот бордер, вот, вот да, да. Квадрат, да, квадрат теперь уберем. Он не нужен. Бордер, да? Так. Все. А теперь что нужно делать? Color white, да? Здорово. Color white. White. А? Что футер контейнер? Нет, ссылки же. Ссылки и вот этому, H4. H4 и ссылки. Если еще много вопросов будет. Я что ли? Да. А ты не из как будто бы я. Вообще не говоришь. Ой, а знаете, она. Все, ну реально вообще не обращай на меня. Я вот не обращаю на меня. Смотри, иди. Жирок. А вот какой где? Все, дальше. Дальше. Кто тут играет в Cat Girl? А теперь что? Мальчик. H4, давайте. H4. Футер кол? H4. Выключи звук. Джолтер. А? Да. Да, сошел линк отдали. Теперь, что нужно писать color white сюда тоже. Как надел каменную маску. Вот, видите, да? Нет. Не видите? Нет, я сейчас свой сделал, подождите. Вот код. Я не имел опцию показать, держать сначала. А там? Хорошо, мы сейчас делаем. Все вместе. А там точно color white? White. Все. О, билет какой. Теперь, ребята, у нас что должен быть? Вот здесь отступ должен был быть, да? Вот здесь отступ. Сделаем отступ футера. Внутренний отступ. Как делать внутренний? Да, куда? Футеру, да? Футер у меня. Нет, просто футеру. Почему? Со всех сторон пэддинг. Где-то 60. Вы побольше можете делать. Вот, посмотрите теперь, вот. Получилось это? ДЗ какой будет? ДЗ. ДЗ. А замашка. Я вам в Билайн футер отправлю. Его все ждайте. Нет! Ой, Билайн футер, говорю, футер Билайна отправлю. Нет, дайте без футера, смотри. Нет, футер. Все еще у тебя футер же, домашка тоже будет. Футер уже весь мам, я слишком внутрь для этого. Вот, вот, ребята, пэддик добавила. 70, давайте 70 сделаем. Вы 80, ребята, у вас большой экран, 80 можете. Сама.
Ребята, здесь отступ нужен, да, между чем? Объективом. Между компани и списком, да, между H4 и улом. Значит, после H4, вот, H4 пишем что? Margin? Left. 100 пикселей. Margin какой? Right. Вниз, вниз, это что? Bottom. Нет, отступ снизу нужен же. После H4 же нам нужен отступ. Сколько пикселей? 30 попробуем. И у меня получилось. Все, да, 30 нормально. Давайте этот шрифты, font size поменяем. H4 будет font size 20, давайте. 20 пикселей. А у этого, у списка, у ссылки, да, будет font size где-то 16. Font size 16, так. Да, так нормально. Что изменилось? Шрифты, размер шрифтов. Слишком маленькие стали. А вы, ребята, на 2 пикселя больше, чем у меня. Теперь что? А, что нужно делать, ребята? А, у них шрифт другой, да, догадались? Да. Да. Давайте подключаемся к шрифтам. Зачем? Это не нужно. Google Fonts. Да, Google Fonts. Google Fonts. Помочь? А, сейчас. Ну нет, там одни палки остались. А какой шрифт именно? Авая вспышка светила силуэт засупленного гугла. Какой шрифт? А? Поппинс, напишите Поппинс. Поппинс. Первый или второй? Что? Ну, вот тут вот. Первый, второй, третий. Какой? Жирные, выберите жирные. Нет, тут на второй. Импорт, да? Угу. Вот это просто было. Да, давайте я покажу вам. Google Fonts пишите, да? И ищем шрифт Poppins, ребят. Название Poppins. Напишите это. Вышло, да? Да. Басал? Shift? Да, я сделал. Уже сделал? Молодец. А, теперь выбираем... Я второй выбрал. Да, вот, вот. Он лимит не добавил. Он слишком туп. Он добавился. Ну все, добавьте, пожалуйста, быстрее. Пожалуйста.
меня второй вопрос. Пожалуйста, кому тоже попробуйте. Линк куда вставить? Созвездание ночи. А как же это вставить? А фон Флавелла куда вставить? Куда? Вот этот вот линк, куда в начале CSS, импорт, да? Импорт. А, импорт, да? В начале CSS, да, импорт. Его куда вставить? В начале CSS. Да. На чем? Раз, два. Сюда. Не-не, фон Фэмилл, сюда его. У меня ошибка. Фон Фэмилл, общему, бади задайте, задайте все, всему бади. У меня три ошибки. У меня три ошибки. Что? Вот импорт. Скопируем метр, потом в начале вставляем вот сюда. Вот. А потом для body задаем. Ем вот этот, да. Вот же ошибка. Вот внутри сейчас тут было. Вот это вот сейчас видите, вот ошибка. Вот сейчас. Вот это вообще еще не составить. Видите, ошибка. Все, ребята, вот шрифт поменялся уже. И сюда. И сюда. И сюда. Зачем сюда дорогой? У вас поменялся, ребята, шрифт? Да, да, да. У кого нет, не походит. Сейчас. Нурель? Получается, Нурель? Где? Ага. А, выбери какой-то шрифт, плюс нажми. Руслан, все. Ага, а потом импорт стоит, видишь? Ага. Скопируй его и поставь в CSS в начале. В CSS файл поставь. Ну, Руслан! Все, просто деньги давай. Вот, у меня поменялось. Вот, так, так. Ребята, все? Убить? Ну, Руслан, я сейчас тебя выгоню. Нет, у нас денег не хватит. Вон, у меня басоми сопротивляется. Сейчас. Все, ребята, закончили? Да. Нурель, у тебя не получается? Покажите, ну, Наргиза, помогите. Ставил грин, ставил грин. Все шрифты изменены. Боди, все? Так, значит, что нужно делать теперь? Теперь давайте font weight напишем вот сюда. H4 у нас будет font weight 500. 500, вот значение выбираем 500. А вот ссылки font weight, выключу звук. Font weight будет 300. Наргиза, напишите.
Все, да, закончили? А теперь смотрим. Нам нужен... Проголодался, что ли? Да. А теперь что нужно нам? Розовые, да, вот эти? Все, это... Розовые вот эти. А мне кажется, у нас еще... Шрифт меньше был, да? Я сделаю вот этот. А вы оставьте у вас. У вас нормально. А теперь нужно вот эти делать. Как это делается? Это делается как раз таки before и after. Знаем, да? Псевдоклассы. До-после. Да, до-после. Теперь говорим, что? H4, да? Footer call? H4. Call H4. H4. И двоеточие, два двоеточия. И потом что? Before. Before. Потом контент будет какой? Всегда? Когда пишем контент, да? И будет кавычка вот такая. Когда мы используем псевдоклассы, всегда нужно написать что? Контент. Без него работать не будет, ребята. Контент будет пустая. Ой, пустой будет контент. Потом что пишем? Позицию, да? Позиция здесь будет какая? Absolute, да? А здесь пишем position relative. Быстрее, ребята. Закончили? Да? Ага. А теперь что нужно, ребята? Определяем вид, да, его? Вот. Вид какой, как думаете? 2 пикселя хватает, да, нам? Да. Давайте вид спишем 2 пикселя. Ой, вид, говорю, height. Height 2 пикселя, высота 2 пикселя будет. А ширина какая будет? Длинная, да? Видите, длинная, да, она? Где-то... Так, 20, например. Вид будет... А, нет, 40 давайте. Потому что 20 слишком маленький будет. 20, 40 пикселей. А потом, бэкграунд какой будет? Вот такой цвет, да? Бэкграунд пишем. А, это какой цвет был? Сейчас. Е. 2. Не этот. Зачем мы там контент написали? То есть в нем ничего не написали.
Что говоришь? Контент, да. Если что-то написать, ребята, внутри, вот, я написала вот это. Сейчас. Видите, что получилось? То, что мы написали, выходит, да, здесь, да? Поэтому его нужно оставить пустым. А без него работать вообще весь этот код не будет. Сейчас, вот видите, здесь стоит, выходит, да, вот полоса. А сейчас удалю контент. Видите, полоса исчезла. Без него работать не будет, поэтому обязательно нужно записать его. Есть какая была Е... Оттенок другой, ребята, я сейчас найду этот оттенок. Давайте я вот в коде посмотрю, какой оттенок был здесь. А вот этот color, оказывается, ребята. Да, сверху мы сейчас будем располагать его. Вот, E91, E63. Все. А теперь у нас они сверху находятся, да? Нужно опустить. Как? Bottom что? Border is... Не border, а bottom. Bottom 0. Bottom 0. Теперь смотрим. Опустилась, да? И еще ниже нужно, потому что как некрасиво здесь смотрится, еще ниже сделаем. Значит, какое значение будет теперь? Меньше, чем 0, это сколько? Меньше 0. Минус 10 пикселей давайте. Вот. Теперь нормально выглядит. А у меня минус. Напиши bottom минус 10 пикселей. Дальше будет что? Все. Иконкам переходим, да? Ну да. Да. С ними все хорошо. Social links. Давайте, у нас был класс social links. Пишем. И пишем что? Эй, да? Они же в ссылке находятся. И теперь color зададим white. White. Смотрим, вот, поменялось ли или по нет. Нет, да? Сейчас. Social links вот так написано было, да? Опять появилась бэкграунд. Так, так, давай удалим твой бэкграунд. Теперь, ребята, что нам нужно делать?
Пишем еще дисплей блок, ребята. Они вот общие, вот это social links, да, должен быть дисплей блоком. Дисплей блок, блочный будет. Нет, не этот, диву, вот к social links. Не эйю, да, а вот всему. Ой, как-то. Дисплей у него будет блочное. Да, теперь нормально. А теперь, ребята, вот, что нужно делать? Не знаю. Бэкграунд, да, для них делать? Да. Видс и хейт устроить нужно. Давайте сделаем видс. Где-то 40 пикселей. Хейт также. И дальше 40 будет. Border radius какой будет? Ладно, давайте background сделаем. Background color будет какой-то BBB. Ага. Нет, хотя CC подойдет. 40-40. А потом border radius сколько будет? А? Так, теперь давайте еще поменяем значение. Вроде мы написали здесь plus-x. Напишите пока это. Нам нужно что делать? Бэкграунд своими руками сделать, поставить бэкграунд. А зачем мы это делаем? Серый же фон у них. Дальше мы уже делали что? Эй, задали вице хейты, да? Мы ховер, вот в этом. Дисплей, давай. Теперь задаем что? Вот этим вот ховер зададим, вот этим. А, да, мы не задали, да, ховер? Ага, хорошо. Давайте вот это закончим, просто. Вот сюда нужно дисплей и лайн блок, ребята, чтобы. Вот. И лайн блок напишем. Да. Они что делают? Делать блочные строчными, да? Да. Обязательно его нужно писать. Теперь сработает вот этот. Круглый станет. Да. Видите, теперь стало круглым. Потому что она не мешала нам. Мы написали display inline block. И она нормально теперь работает. Что у нее бэкграунд что-то другой был, да? А, да, у него совсем другой бэкграунд был, оказывается. Посмотрим. Куда? Туда. Хорошо, и мы сейчас это исправим. У меня надпись появляется. А, вот RGBA, вот этот, ребята. Color такая была. Не background color, не CC, а оказывается RGBA 255.02. Да, все, вот этот цвет. Надпись не появляется? Какая надпись, Нурель? Чья надпись? Именно какая, Нурель? Вот иконки? Нет, снизу та линия засунулась. А? Линия стоит снизу. А, красная, да? Да. Ага.
Вот, посмотри, Нурель, ты правильно сделал? Контент там стоит у тебя? Да, он не стоит. А сейчас посмотрите. На зарядка 5, что делать? Вер, уже время. Уже время учиться? Это чай. Да? Подпиши, давайте тоже можно. Время, что ли? Да. Давайте доделаем. Они не стучатся. Хорошо. А теперь что нужно делать? Ставить их по центру, да, вот эти иконки, да? Text Align Center пишем. Text Align Center, ребята, вот. Пишем сюда. Text Align Center. И здесь становится центр именно по горизонтали, да? А по вертикали нет. Text Align Center просто. А потом, чтобы они стояли по центру и по вертикали, нужно еще добавить line height, ребята. Line height. И line height, значение line height будет такая же, как у height. Видите? 40 пикселей, да? Line height пишем 40 пикселей. Смотрим теперь. Получилось, вот. По центру, да, стоит идеально? Посмотрите, ребята, когда вы пишете text align center, да? Просто пишется text align center, по горизонтали в центре будет. А если хотите и по вертикали было, нужно добавить line height, и его значение будет такое же, как у height. Мы hover добавим? Да, hover добавим, давайте. Все, теперь давайте добавим hover к этим, да, чтобы они выглядели вот таким вот образом. Вот таким вот образом, видите? Давайте добавим hover к чему тогда? Вот этому, да? Нет. Каждый элемент в списке. Вот этому. Копируем. Пишем hover. Двоеточие hover. И пишем что? Когда подводишь мышкой, что должно случиться? Двигаться, да? Куда? Направо? Меняем позицию, посмотрите. Что? Hover добавили. Да, hover добавили уже. Что нужно писать внутри hover? Да, margin left, молодец. Пишем margin left, например, 20 пикселей. Hover или hover? Hover. Да. А теперь? Вот видите, работает. Но транзишена нет, да? Транзишена куда нужно добавить? Вот сюда, да? Куда hover не добавил? Добавила же, вот стоит. Нет, вот здесь и стоит. Да. Транзишен не hover, а вот сюда нужно писать. Транзишен. 0,5 секунд, да? 0,5. All, 0,5. EAS. Как? Не получится? Откуда ты знаешь, что не получится? Ой, а что не получается? Я что? Он просто 5 секунд. Нет, вроде. Можешь туда добавить, пожалуйста, после брата? Нет, туда не добавляется. Получится. Нет, на ховер же мы никогда не вставляем. Попробуйте, пожалуйста. Байсал говорит, да? А, один я написала, одна секунда. Вот, работает, ребятушки, я же говорю. Слишком. Мне тоже работает. Да, 0,5 секунд, говори, давайте. 0,5. Я S забыла, оказывается. Что это такое?
Вот, ребята, работает, да, нормально? А теперь смотрим, ребята. У нас до того был не белый свет, да? А когда ховер становится белым. Вот здесь color не white был, а BB был. Немного сероватый оттенок был. А когда нажимаем на ховер, становится white. Я ничего не изменила, помогите. Можешь сюда? Color white сюда. Что там написали? White. Что там white? Теперь вот посмотрим. Видите, когда ховер делаем, становится белым. Да. И давайте font weight тоже в bold сделаем. Ага, все, получилось. Как? Я тоже получил. Пойдите обратно. Код вы написали? Вот ховер. Напиши, перепиши вот это. Ховер. Мне брат сказал, обязательно дать ему скид у него на 1 секунду. Да. Так. Ну, ты дома сделаешь, хорошо? Отправишь мне. Как? Ты же не делал сегодня. Нашел. Да. Не смог что сделать, да? Из этого. Ребята, домашка будет сверстать фото Билайна. Вот она, я его делаю. Мне не работает. Мне не работает. Работает. Где анимейшн? У меня не работает. Что не работает у тебя? Ховер? Ховер, напиши, как у меня, вот, посмотри. Ну, Рислам, я же, знаешь, я такой ленивый, не делаю. Да, я ленивый, я слишком ленивый для этого. Ховер, здесь не нужен отступ. Слитно. Фотографирую. Фотографирую. Давайте я остановлю запись, да? Можете ночью.